Восьмая гонка. Дождь проливной. Тяни уже до конца-то. Во, поворачивай. Ни хрена себе. Заливает. Как просочился. Отлично. Место у знака 155 протест. Положение пара, давай влево. Лёха, не сыпи мне люди. Чего? 155 протест. Зачем? Вы должны мне были место дать, а вы перевалились. То есть я должен был вас обойти, и то, что вы перед моим носом переложились, это ничего страшного. Я же направо дал сюда. Да, нет, перевод. Вот какой там хрень творится. Как там на пути болтается? Молодец. Болтается. Давай ближе к знаку. О, не так сильно. Не-не-не, не трогайте сейчас. Надень капюшон, ты промокнешь сейчас. Нам же не обязательно обходить вот эту дверь? Обязательно. Обязательно, как не обходить? Так гонки, ребята, нормально. Экстремальные гонки. Экстремальный вид спорта. Чё, как? Что там? Видал, что творит? 116-й, кажется. Откунь, не мешаем. А это Татаркин. Дальше. Веревка. Сергей Тарин. Сейчас, ты тоже, наверное, брал тебе.
Ну, я в тренировку не хотел. Кто ты от грота? Ты не сами. Давайте мы сложились. Ну и чё теперь? Сдали все, ждут. Усиление дождя. Давай, иди же. Так, ну ты не что. Место. Оставляем. О, у нас воровка не в ту сторону. Капелька. Лёха второй получился, не могу понять. Чего? Как у тебя так получилось? Осталось три лодочки, и вот одна там в отрыве.